Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Мы начинаем ритуал, посвященный Исиде. Ритуал будет называться «Пирамида света». Мы будем входить в это защитное состояние ритуала. Ритуал энергизации, ритуал гармонизации вашей энергии. Ритуал, естественно, медитативный. Работу над собой никто не отменял. Ставим колокольчики, лайки, кто не подписан, подписываемся. И мы начнем. И сейчас приветствие от самой Исиды для всех тех, кто с нами на ритуале. Мы пока ее поприветствуем, а потом начнем медитацию. Но если вы хотите, вы можете погрузиться в это сознание, уже закрыть глазки, сесть в позе лотоса или хотя бы на кресле, на стуле, скрестив ноги и выпрямив спинку. Итак, послание от Исиды. «Я любила тебя с древних времен, дорогое дитя света, посвященное пути души. Я чту твой свет и стремлюсь служить твоему росту. Даже несмотря на самые мрачные испытания, я рядом с тобой, я рядом с вами, и я призываю тебя искать свет сквозь тьму и осознавать, что вы всегда будете торжествовать с любовью в своем сердце. Я чту ваше служение пути, которому служу я, пути древней женской силы, пути исцеляющей любви и тайн жизни, смерти и возрождения. Сила тебе, о возлюбленный или возлюбленная, посвященный. Это любовь тебе. Я рада приветствовать вас в этой жизни снова. Исида приветствует вас, и мы приветствуем ее. Мы приветствуем тебя, Исида, и благодарим за то, что ты нас помнишь, чтишь и поддерживаешь. Мы, как всегда, садимся в позу лотоса. Если очень трудно делать медитацию, в редких случаях я разрешаю лежать, но повторно медитацию лучше слушать и выполнять, и исполнять правильно, сидя для энергизации. Также напоминаю, что мы чувствуем чакры со стороны позвоночника, и мы будем наполняться светом. Итак, мы сели с прямой спинкой, руки можно положить на бедра, на колени. Ощутите, воспринимайте и чувствуйте пространство. Закрываем глазки, пространство вокруг вас и внутри вас, что вы есть то самое божественное присутствие, явленное божественное. Мы все сыны Бога, дочери богини. Дыхание спокойное, все происходит само собой. Ваш взгляд стремится сквозь третий глаз. Сквозь лоб. Не сильно высоко, чтобы было комфортно. Можно туда заглядывать. В это видение. Это называется видение чакры Аджны. И мы представляем, ощущаем и визуализируем. А сейчас представьте, что над вами солнце или звезда. Звезда по имени Солнце, и оттуда смотрит око божественного глаза из центра. Око божественного, смотрящего из центра Солнца. Этот глаз сделан из чистого белого света с вкраплениями неоново-фиолетового в центре и по краям. Свет электрический, фиолетовый, живой, наполненный духовной энергией. Представьте себе этот огромный глаз в виде мощной точки света над вашей головой. Визуализируйте, ощутите, воспринимайте.
что эта точка света над нами выстреливает в четырех направлениях и образует пирамиду. И мы сейчас находимся в пирамиде света. Мы видим, как образуется квадратное основание для нашей пирамиды. И каждая точка соединяется вместе. Свет пульсирует от вершины пирамиды по ребрам, по основанию и обратно к центру пирамиды электрическим фиолетовым светом. Вы полностью погружены в свою пирамиду. Внутри пирамиды света образуются 7 световых звезд, состоящих из чистого белого света, с неоновым фиолетовым в центре и по краям каждой частички света. Каждая звезда света внутри вашей пирамиды выстраивается, выравнивается с каждым из ваших 7 энергетических центров. Чакра Сахасрара на макушке головы. Чакра Аджна. Напоминаю, ощущаем чакры со стороны позвоночника. Мы наполняем божественный сосуд нашего тела, нашего храма души, нашего алтаря, нашего храма, нашего позвоночника светом. Поэтому мы ощущаем на спине по позвоночнику чакру Вишудху. Светом наполняется наше сердечное пространство в центре груди. Чакра Анахата. Наполняется солнечное сплетение вокруг области живота. Чакра Манипура. Мы переходим в чакры Сватхистана Муладхара, основание позвоночника, крестцовый отдел, и наполняется светом наш хвостик. Затем мы видим еще 2 звезды. Они в нашей пирамиде света. И эти звездочки – наши служители света. Мы находимся в очищающей защитной пирамиде. Мы гармонизируем свое сознание, свою энергию. Мы дышим и наполняемся светом. Чакра Муладхара, чакра Сватхистана. Чакра Манипура. Вы чувствуете, как эти чакры дышат, как они наполняются светом. Вдох, они увеличиваются, раскрываются, с выдохом сокращаются, уменьшаются. Визуализируйте, что вы через эти чакры дышите и наполняетесь светом, дыханием света. Чакра Манипура, солнечное сплетение, чакра Анахата, сердце, чакра Вишудха, горло, чакра Аджна, центр головы, чакра Сахасрара. Теперь скажите вслух твердым, спокойным и любящим голосом, который не дрогнет. Как суверенное существо света, я теперь заявляю о полном владении своим энергетическим полем, и любое существо или сущность, которые истощают мою энергию или подпитывают меня страхом, больше не имеют моего разрешения находиться в моем энергетическом поле. Вы должны уйти.
Я чту тебя и желаю тебе добра, но ты не можешь больше оставаться здесь и не можешь вернуться. По моей собственной воле, а также благодаря божественной милости и защите безусловной любви. Теперь это так, и да будет так. Имя. До 3 раз мы это произнесем, как суверенное существо света. Я теперь заявляю о полном владении своим энергетическим полем. И любое существо или сущность, которые истощают мою энергию или подпитывают меня страхом больше, не имеют моего разрешения находиться в моем энергетическом поле. Вы должны уйти. Я чту тебя и желаю тебе добра, но ты не можешь больше оставаться здесь и не можешь вернуться по моей собственной свободной воле, а также благодаря божественной милости и защите безусловной любви. Теперь это так, да будет так. Имя. Как суверенное существо света, я теперь заявляю о полном владении своим энергетическим полем. Любое существо или сущность, которые истощают мою энергию или подпитывают меня страхом, больше не имеют моего разрешения находиться в моем энергетическом поле. Вы должны уйти. Я чту тебя и желаю тебе добра, но ты не можешь больше оставаться здесь и не можешь вернуться по моей собственной воле, а также благодаря божественной милости и защите безусловной любви. Теперь это так, да будет так. Имя. Можно ритуал переслушивать. Каждый раз это заклинание будет крепнуть. Пусть оно крепнет при каждом произнесении и соприкосновении. А теперь повторяйте следующее. Я прошу тебя, чтобы эта пирамида оставалась на месте в течение следующей недели. Или, как бы долго она ни служила моему высшему благу, я программирую ее, чтобы отклонять негативные энергии. И позволяю негативным энергиям продолжать покидать мое тело, разум, мое энергетическое поле. Я также программирую ее так, чтобы положительные энергии входили и оставались. Имя. Да будет так. Мы приобретаем высшую психическую защиту. Мы наблюдатели происходящего в наших чакрах при наполнении светом. Мы осознанно смотрим вглубь себя. Мы наполнены светом. Мы наполнены любовью. Мы наполнены защитой и благостными настроениями и сопереживаниями. Вы продолжаете смотреть глазами сквозь лоб в чакру Аджну, через чакру Аджну, и повторяете: я есть любовь, я есть свет. Чтобы управлять моим собственным энергетическим полем, я имею полное право. Сострадание, покой и сила, которыми я являюсь. Я лишь свидетель тьмы, с миром в моем сердце. В моей энергии есть место только для любви. Это безоговорочно и нежно, как ласковое море любви. Я есть безусловная любовь. Я есть безусловная любовь. Я есть безусловная любовь. А теперь слова благодарности
для Исиды. Я благодарю тебя, о богиня, за это благословение. Это помазание на духовное руководство, истинное и чистое, данное и полученное в безусловной любви. Благодарю тебя, возлюбленная Царица Небес, Исида, Божественная Императрица Небес, за твое руководство и благословение. Я благодарю тебя за эту защиту. Я благодарю тебя за эту энергию, полученную от пирамиды света. Обними нас, Исида, своими божественными крылами и защити светом лучезарным, неприкосновенным, солнцем и оком. Освети путь, и пусть в этом свете сгорает весь негатив и все негативные энергии. Я благодарю тебя за этот путь и за эту защиту. Я благодарю тебя. Имя. И мы завершаем наш ритуал. Мы медленно открываем глазки. Пусть та пирамида света, в которую вы смотрели, как ощущение останется с вами. Можно ее вызывать. Можно несколько раз ритуал просматривать, медитировать, чтобы к ней привыкнуть, чтобы по одному щелчку, по одному воспоминанию, если вам нужна будет помощь, вы просто представили, свизуализировали ее рядом вокруг себя и получили помощь и защиту от Великой Исиды. Те, кто со мной был на ритуале, за кадром все необходимые моменты были соблюдены. Можно также слушать этот ритуал как медитацию. Кто был вкладом в этот ритуал, у того эта пирамида будет приходить, потому что за них честь отдана, дары были подарены, задарены и задобрены. Я вас всех благодарю, всех постоянных зрителей, всех новых подписчиков. Как всегда, не забудьте поставить лайк, подписаться, колокольчики, чтобы не пропустить мои следующие видео. И я желаю всем счастья, любви, добра, тепла, удачи, финансового благополучия всем живым существам. Увидимся на следующих ритуалах.